настоящее время город Миасс, да, как и вся Челябинская область, столкнулась с проблемой, вызванной аномальным выпадением осадков за очень короткий период времени. Из-за этого и перепадов температур на скатных крышах многоквартирных домов появилось большое количество наледи. Чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций, наша управляющая компания усиленно проводит работы по удалению наледи с крыш. Обращаю внимание жителей последних этажей, у которых есть козырьки с покатой кровлей. Их чистка – ваша обязанность, так как они не относятся к общему имуществу многоквартирного дома, который эксплуатирует управляющая организация. Исключение составляют те козырьки, которые изначально по проекту были установлены застройщиком.